Данное строительство относится к наивысшему классу последствий КСС-3. Дозвіл на данное строительство выдавала инспекция Державного будівельного контроля Украины. Вот. Мы неоднократно обращались и в областной ГАЗ, и в ДБК Украины с просьбой провести по данной стройке проверки. На данном этапе ответы к нам еще не пришли. Мы сегодня еще раз обратимся по факту, который произошел у нас на выходных. Да? У нас полномочий проводить какие-либо проверки там нету. Мы еще раз обратимся, попросим, чтобы еще раз провели проверку. Но никакой информации больше дать не можем в связи с тем, что это наивысший класс.